Праздник осени с ее неповторимыми красками и уютом продолжается в дошкольных учреждениях Каспийска, радуя детей и их родителей. На этот раз яркое, теплое и волшебное торжество прошло в детском саду номер 28 «Якорек». Мы всех друзей своих позвали осенний праздник отмечать. Вот художник-то художник все леса позолотил. Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл. Отгадать загадку просим. Кто художник этот? В атмосферу осенней сказки ребят погрузили главные герои праздника – веселый лесовичок и очаровательная осень. Дети проникновенно читали стихи о золотой поре, исполняли задорные песенки, с азартом разгадывали загадки, знакомились с осенними чудесами. Белая пора, осень очарования, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу увядания, в крест и золото одетые леса. В стенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистой покрыты небеса. Редки солнца луч, первые морозы и одаренные седой зимы угрозы. В программе также было множество ярких и зажигательных танцевальных номеров, которые дети исполняли с неподдельным энтузиазмом. Танцы, веселые зонтики, старичок-лесовичок, а также красочные приглашения стали настоящим украшением праздника. Маленькие артисты буквально заворожили всех своими движениями, наполненные радостью и осенним теплом, и каждый танец погружал зрителей в атмосферу волшебства. Вот и осень наступила, и листочки шелестят, шу-шу-шу-шушат, уныло под ногами у ребят. В завершение праздника состоялось вручение грамот родителям за участие с детьми в конкурсе поделок осенней фантазии. Заведующая детским садом Наида Магомедова подчеркнула значимость подобных мероприятий, а также отметила колоссальную работу воспитанников, педагогического состава и родителей. Спасибо за то, что вы воплощаете наши идеи, наши мысли. Так красиво сегодня нарядили своих деток. И у нас был объявлен конкурс на осенние фантазии, поделки. Просто море замечательных поделков. Поделки сделали родители вместе с детьми, и ваша группа отличилась. Мы хотим выразить вам благодарность. Фойе детского сада превратилась в галерею детского творчества. Там была организована выставка работ воспитанников под названием «Осенние фантазии». Яркие аппликации из осенних листьев, живописные поделки, сказочные рисунки. Все это создавало атмосферу уюта и творчества. У главного входа в сад была оформлена великолепная осенняя фотозона, украшена золотыми листьями и тыквами, где родители и дети с удовольствием делали памятные снимки, чтобы сохранить эти теплые воспоминания на долгую память.